В доме большом и сосудов немало, корчаги с вином и красивые вазы. Что делать? Но жизнь, извините, и скалам, без них нам ни шагу, иные же праздны. Из церкви Христовой, где тьма поселенцев, где разные возрастом, званием и чином, иные сосуды в бездействии, плесень покрыла, внутри их такая начинка. Каким бы сосудом назначил был я, как выполнил роли свое назначение, стоял при дверях, где при входе пылят, запомнить сходящим хоть чем-то, и как обожжен я по тюрьмам и в ссылке, берег ли себя для себя, жил брезгливо, в подвале ли гнил на холщовой подстилке, в монашеской ряске копил паразитом. В почетных и низких сосудах нужда, и тот, и другой у господ на примете, иной прокопчен, не очистит наждак, и столько на нем от ударов отметен. Быть нужным и с нежностью ближним служить, а мыть уроженец и слабые ноги, нигде не припрятать под правдой лжи, себя, чтоб за качество взыскивать строго. Походную фляжкою быть при царе, отравой не дать ей наполниться страшной, сонливым не нужно в углу не сопреть, других не запачкать, чтоб задницей в саже. С утра до рассвета молюсь Иегове, использовать дух мой по полной программе. О смерти всечасно, со страхом, чтоб помнить, застатым не быть оголенным и в сраме. Всю жизнь провозился с дерьмом при больных, при операциях был ли любимым, служил и врагам в слез доверху для них, а они же меня при конце и разбили. 27 августа 2005 года.